С возвращением, друзья мои, Вальгалла, бог войны Кратос, Мимир. Мы снова на берегу. Нужно добраться до Тюра и навалять ему еще разок. Погнали. Надо учесть все свои ошибки, чтобы в этот раз не погибнуть. Для мастера шаг назад — это пространство для рывка. Так, что ты мне расскажешь? Я не отчаиваюсь. У тебя ничего для меня нет? Истории, ничего интересного, да? Жалко. Так, что у нас тут? Тихо. Стоять бояться. Новые награды и новые возможности. Печати мастерства и печати духа. Хорошо. В принципе, я даже примерно понимаю, где можно будет их потратить. Прежде чем идти туда, может, сторгуемся с Вальгаллой? Повысим шансы? Шанс, как бы, это хорошо. Так, давай посмотрим, что может предложить нам Вальгалла сегодня. Ключ от святилища, кстати, стоит 400. Так, печать духа. Нет, нельзя. Божественный триумф. За выигранные бои в Вальгалле вы дополнительно получаете небольшое количество мимолетных эхо. За победу над избранниками вы дополнительно получаете очень небольшое количество печати мастерства. Так, из горшочков, в принципе, неплохо. Подношение. Очень малый шанс получить 3 награды на выбор. Слабые руны давай. Мы ими пользуемся. Почему бы и нет? И денег больше ни на что не хватает, к сожалению. Поэтому придется двигаться вперед. Так, что по здоровью? Увеличим? Давай. Пусть будет. Увеличение здоровья лишним не бывает никогда. Так, на ярость уже не хватает. Исцеление при критических ранах. Давай сюда. Чудесно. Так, исцеление, тут уже все. Ладно. Можно, наверное, идти. Очередная попытка. Тюр очень переменчив. Но и вы способны быть таким. Где Фрейя? Сейчас ее тут нет. Как вы знаете, у нее очень много хлопот. Не просто установить новое правительство для всех миров. Нужно найти толковых лидеров, провести переговоры о разделе власти. Уверена, она предпочла бы быть здесь. Но вам придется довольствоваться нами тремя. Я знаю, мы в хороших руках. Отлично. Погнали. Так, сколько, интересно, по времени надо, чтобы дойти до Тюра? Даже боюсь представить. Так, что у нас по управлению? Все нормально? Погнали наваливать задницы. А неплохо так щитом, да? Так, ну это простенькие. О, да-да-да, втащил мне разок. Зря ты это сделал. Очень-очень зря ты это сделал. Так, там что-то лежит, смотри. Смертоносное пламя, значительное усиление поглощения. Так, давай. А что это у нас такое здесь? Что-то интересненькое. Ключ. Это что? Ключ? Из моего прошлого. Он открывает что-то важное? Только воспоминания. Похоже, Вальгалла хочет, чтобы ты кое-что рассказал. Позже. Мы все бы с радостью послушали, что бы ты там рассказал. Нам всем очень интересно. Тихо. Тихо, голова. Ой-ой. А у него голова уже отлетела. В принципе, ему переживать уже нечего. Так, пламя боли. Давай прокачаем. Клинки — это хорошо. Клинки — это замечательно. В принципе, все виды орудий здесь хорошие. Так, шанс Кратоса дает критический бабу. Увеличение урона. Давай. Пусть будет так. Вот я и думаю, взять клиночки сейчас попробовать. Или пока не танды. Что у нас здесь? А теперь ух ты. Вернемся к Сигру и твоей низкой самооценке. Послушай, брат, я не стану извиняться за то, что желаю ей найти себе достойную пару. Она заслуживает лучшего. А умнейшего из живущих она, значит, не заслужила. Порой мне кажется, так, порочные руны. Слишком изменился. Я перешел черту? Нет, нет, Кратос. Я понимаю, о чем ты. И честно сказать, если я в самом деле прав, то почему я тогда так зол на себя? Ладно. Боев до снятия 4. Понял, лучше бы мы не трогали обременение Вальгаллы. Ну его нахрен.
Зачем я попёрся туда? Неизвестно. Так, здесь что-то было. Давай поищем, посмотрим. Тут наверняка было что-то интересненькое. По-моему, здесь. А, ключа у меня нет. Валькала не пропустит, пока ты не заключишь с ней сделку. Да я понял уже, что ни туда, ни сюда, как говорится. Так, все закрыто. Все, что мне могло быть интересно. Ну, погнали сюда, посмотрим, как тут дела. Здорово, ублюдки! Хорош. Все, вырубай, вырубай ярость. Ладно, можно еще попользоваться. В принципе, они не такие прям сильные. Тихо. Сюда, ублюдок. Кратос, ты весь в огне. Ничего, это нормально. Это обычное мое состояние, быть огненным. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Мне показалось, что они были с биврёстом. Ух, ёп. Хорош. Прям камбуха, ёп. На, сука. Так, там осталось буквально чуть-чуть ее добить. Вот и все. Вот, как говорится, и пообщались. Так, воздаяние Аиды, смерч хаоса. Давай сюда. Таким образом, клиночки нормально вкачаем. Тут, кстати, была хилка, вон, заберем ее. Немного не помешает. Так, хорошо. Движемся дальше. Это ж только разминка, начало. Дальше хуже. Что у нас тут было? Тут вроде бы ничего, но тут можно было забраться. Тут, по-моему, была... прокачка, вон там что-то есть, смотри, на той стороне, но там, скорее всего, закрыта печать. Ключей у меня для этого дела нет. Можем, конечно, вернуться, но мне кажется, мы там не пройдем. По крайней мере, сейчас точно. Так, вот здесь была прокачка. Давай посмотрим. Помощь не помешает. Так, прилив здоровья мне пока не надо. Оглушающее возмездие. Восстанавливающий бич. Дает умеренный шанс, зависящий от удачи, получить благословение. Восстановление. Так, Аида или... Давай Аида прокачаем. Супер. Больше нет смысла тратиться. Надо идти драться. Так, тут серьезно, походу. Здорово, блинки. Че, вам не нравится огонь, сучки? Хорош, минус один. Тихо. Хорош! Из него что вылетело? Нормально. Нет, эта херня сюда не подойдет, она слишком далеко была. Тихо. Ублюдок гребаный, бля. И шавку твою мелкую мы тоже забрали. Там еще кто-то? Нет, все. Пока будем стараться экономнее, да, относиться к этому делу, потому что ярости всегда не хватает. С яростью всегда проблем. Так, боюсь, до снятия 3 еще. Эх, мы с тобой забрали. Так, тут можно пройти, но, по-моему, здесь было еще что-то, если я не ошибаюсь. Но, видимо, в данном случае все, что я мог, я уже забрал. Так, это разбивается. Да, в обычной игре тут было бы золотишко. А сейчас тут ничего нет. Ладно, идем дальше. Пока не сложно. То есть я бы не сказал, что мы испытываем какие-то трудности. Но когда я так говорю, обычно всегда впереди нас ждет какая-то херота. Это нормально. Так, это можно разбить. Мне до сих пор совестно из-за того, что Сигрун пострадала, спасая нас. И повредила свою связь с Вальгалой, что еще страшнее. Будут какие-то последствия, помимо ее ран. Я не могу дать тебе однозначного ответа. Но теперь я определенно начну переживать. Так. Спасибо большое. Там внутри что-то интересное. Пойдем проверим. По крайней мере, пару сундуков забрать можно точно. Я не помню, в те разы я вроде не спускался. Так что нормально. Тут что? Ой-ой-ой. Вот это осторожно надо делать. Тут Кратос, в принципе, молодец. Так, что это? Может, туда жахнуть надо? Не помнишь, как это работает? Нет. Явно не так. Так, здесь на ключ. Что там впереди?
Тоже ключ. И подъем. Я так понимаю, что таким образом я просто вернулся в самое начало. Ладно. Сделали, считай, небольшой ключ. Такой кружок. Так, наверху что-то ценное. Нет, туда тоже нельзя. Все закрыто. Там что-то интересное, что хорошее. Надо, короче, копить. Надо как можно больше ублюдков на тот цвет отправить обратно. И зарабатывать себе баблишко. Так, погнали отсюда. Вот, спокойно можно выйти. Там была одна дверь внизу. Там была еще вторая. Так, с песочком что у нас? С песочного мы не нашли еще закрыто. Так, забрали, отлично. Там тоже ничего нет. Получается, что? Погнали вниз. Дверь у нас открыта. Пойдем наваляем. По крайней мере, надо попытаться. Кто не рискует, тот не Кратос. Здрасте. Головы говяжьи, блин. Ой, ой, эльфы, это проблема. Огромный шар летит к тебе! Вижу, вижу. Пусть летит. Смотри, какая быстрая мразь. Так. Понял, понял, понял. Так, подожди, подожди, что ты творишь? Ой. Слово «ой» вообще здесь нельзя использовать. Так, нормально. Фу, жив, здоров и хорошо. Так. Остановление при рунической атаке. Отлично. Вот, впереди ждет череп. Давай немножко восполнимся. Преисполнимся в этом мире, чтобы все было нормально. Будем потихоньку двигать дальше. Тут вроде все чисто. Все забрали. Все открыли. Погнали. Вот это будет не сладко. Так, здрасте. Дамочки, спокойно, спокойно, спокойно. Тут избранник Вальгаллы у нас где-то потерялся. Ты не избранник, случайно? Хорош. Голова с плеч. Вон, походу, наш... Ой, блядь, избранник. Куда? Он делся. Давай, 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 сюда шуруй. Отлично. Все, 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 Крато, спокойно. Но это, видимо, не конец. Это только начало. Ждет тебя там, на поле боя. Понял, иду. Ах ты, ёб твою мать. Серьезный ублюдок. Ой, это было... Ой, блядь. Хуя? Поднимаемся, дядя. А чё он не блокирует желтые атаки же? Вот. Сейчас нормально. А вот это уже нельзя. Это уже проблема. Так, ладно, погнали. Да, конечно, надо бы врёз там ебануть было. Ух ты, ёб. Сильно. Хорош. Добивай, добивай. Вот это уже серьезный противник. Вот это было потно. От тебя никто не уйдет. Да, у меня жизнь на волоске была, как бы. Хорошо, что после этого она хотя бы восстановилась. Так, а тут нигде нету хилочки? По-моему, мне казалось, когда я сюда пришел, что здесь что-то было. Надо смотреть. Да, вон было, точно. Тут и камень был, который можно было кинуть. Так, надо искать, короче, восстановление и здоровья, и выносливости нашей яростной. Так, давай, удачу и силу. Удача нам явно не помешает. Все? Все забрали. Хорошо. Теперь дорога наверх открыта. Так, а здесь... Ага, точно. Здесь же можно было качнуться. Давай. Начнем, наверное, со здоровья. Даже это более важно. Преимущество не мелочь.
Так, тут распродано. Что по ярости? Хоть немножко давай. Блин, а впереди же еще может быть какой-то серьезный босс, кроме Тюра. Это проблема. Это действительно проблемка. Так, яростное ослабление, восстанавливающий бич давай сделаем. Отлично. Так, на воздаяние Аида, к сожалению, денег уже не хватает. Так, тебе получше стало, бро? Ну, такое. В принципе, жить можно. О, здравствуй. Куда? Тихо. На, сука. По-моему, его легче валить, чем того прошлого. Ай, красную атаку мы не пробьем. Он вроде уклонился. Хорош, сука. Ну смотри, это действительно было проще. Потому что с тем мы были на волоске от смерти. А этот враг, по идее, должен быть сильнее. Ну, что-то, видимо, пошло не так. Так, здоровиться давай. Надо восстановиться. Вот. А в следующий раз, надеюсь, что попадется еще ярость. Обременение снято. Я особо даже не чувствовал, было оно или нет. Так, вызов волны шока. Удар по земле вызывает взрыв яда. Наверное, шок. Но это 6 зарядов. Это тратит до хрена. Ладно, погнали дальше. Святилище Муспельхейма. Чей он? Что он открывает? Он принадлежал капитану корабля, которого я встретил во время битвы на Эгейском море. На их флоте. Ключ открывал его каюту, в которой женщины кричали, моля о помощи. Ах да, то твое сражение с трехголовым морским чудовищем. Одну его голову ты насадил на мачту корабля, да? Да. Но ключ я добыл не в той битве. Ради него я убил капитана корабля, который, казалось, шел за мной повсюду. Вот такие вот истории. Время невыдуманных историй. Погнали, я помню, что здесь, по-моему, дальше должны попасться парочка врагов. Иди знай, может быть, в этом заходе будут более серьезные. Они любят появляться из тумана, вот как эти. Здесь тоже пара, да? Нет, смотри, на удивление никого нет. Так, у нас ярости нет, это хреново. В принципе, я могу их пробежать, они все равно ничего не дадут мне. Ни хорошего, ни плохого. Так что идем к Гелиусу. Тут чисто. Да, на удивление пока чисто. Но это только так, это временная расслабуха. С каждым разом все сложнее и сложнее. Поехали. И снова здравствуй, Кратос. И снова здравствуй, Гелиус. Так, что тут у нас от тебя? Ай. Подожди, а может ярость? Не маленький, не большой. Не хватает. Превосходный камень. Эмблемы у меня нет. Ладно. Пойдем как есть. Поехали. Боюсь спросить, сколько будет избранников на этот раз. Ебана мать. 4. Но у нас уже было 4. Как бы не проблема. Тут очень так бывает по-разному. То легко, то сложно. Так, налево, направо. Думаю, налево надо. Или направо. Там надо глянуть. Да не гунди ты. Мне нужно найти избравон. Один избранник. Вижу дырку. Ага. Где эта херня? Ёп. Тихо, шабля. Хорош. Ай, кто-то меня за... Так, женщина, я не понял. Берегись врагом. А, неприятно. Слева атакуют. Да понял.
Подожди, сначала с ним надо расправиться. Да бей же ты, ебаный дурак, блядь. Что он какой-то затупный стал, слушай. Во, обраточку сделали. Хорош. А разве его оседлать нельзя? Слушай, что-то мне кажется, с огнем он херово. Вот, уже получше. Ну и осталось хозяйку добить. Ой-ой-ой. Только не эта песня! Все, без зверька она, в принципе, особого страха не представляет. Уходим, то она взрывается. Цель Вальгаллы сражена, а то вдруг ты не заметил в кровавом угле. Оно вроде в меня врезалось, но вроде бы как нормально. Так, защита... Ой, на три сразу, давай сюда. Давай. Давай, подхиливай. Так, возвращаемся, надо хотя бы двоих завалить. Я не понял. Там была какая-то Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо. Шавки, сука. Так, спокойно. Спокойно. Не высасывай, у меня и так сил никаких нет. Сука, он еще высасывает из меня, блин, понимаешь? Вот же твари. Так, поехали. Ты все тоже чудовище. Не, бро. Ну, с тобой быть проще, я думаю. Ай! Зачем тебе это оружие? Ты не в себе? Тихо. Готово. Фух. Так, плающие клинки, отражающий бич. Давай сюда. Так, двоих мы вальнули. Теперь надо вернуться обратно, найти остальных. Так что здесь? Да, не сказал бы, что прям сильно много денег накидывают. Ну, такое. Так, идем на исходную. Там было еще, по-моему, два поворота. Так, мы были в каком? Мы были в этом. Что здесь? Давай глянем. Так, тут, по-моему, в начало вернулись. Прекрасно, там закрыто. Да. Ну, пойдем налево. Да. Вон, что мне надо. С мелкотой мы потом подеремся. Сейчас надо основу делать. Серьезно. Видишь, может попасться какой-нибудь мелкий пиздюк? И все. Но он явно не один, да? Естественно. Хуя себе. Давай, Кратос, мать твою. Просто зажали его в углу, блядь. Хуяч. Хорош. Просто как шафту какую-то, как крысу в углу зажали, и нормально. Готово. Это третий. Но первый таймер уже прошел. Так, честь павших. Это для Драунпера, по-моему, да? Яростное ослабление. Срок продлен. Хорошо. Ну что, погнали? О, здравствуй, брат. Вот и я. С возвращением, Кратос. Ну, поехали. Ярости у меня нет. Как я буду с ним драться, хер его знает. Попробуем без ярости. Тихо! Больно. Больно. Хорош, но второй раз. Так, не пройдет. Отпусти! Сукин сын, блядь. На этот раз я отвлекся. Опа. Тихо. Так, почему меня выбрал? Хорош. Нормально. Не сильно, конечно, коцает его, но жить можно. Так, жизни пока не берем. У нас пока все в порядке. Ого, фига у него выпад. Кровь закрой, струй раз. Геры крови,
Сами! Вон они! Тихо! Я тебя вижу, Кратос! Ты уникален! Ай, блядь! А? Пусти меня! Так, половину я хотя бы забрал, уже хорошо. Грёбаные, блядь. Тихо. На, сука. Так, он исчез. Самое время подлутаться. Самое время... Да понял, я понял. Зачем ты посвятил себя служению Ареса? Я был амбициозен. Горд. Не мог стерпеть поражение. Пацаны. Я жаждал власти. И это все? Уверен? Тебе нечего больше сказать. Не осталось никаких тайн. Блин. Они его подпитали. Осторожно, сзади. Вижу. Нормально. Неплохо. Блин. Можно яростью побороть. Основе твоего мастерства, инстинкта. Тихо. У него 4 атаки. Подожди. Уходим. Сфера крови. Вижу. Сейчас накопим немножко руну, и будет нормально. Воу! Тихо! Спокойно, ублюдок! Спокойно! Давай не будем. Так, у него хуйня осталась. Давай, добивай! Хорош. Так, это всего лишь второй бой, к сожалению. Кратос, я сдаюсь. Хорошо. Я думаю, ты обрел внутреннюю гармонию. Проверим? Давай проверим. В этом омуте не только воспоминания. Верно. Что есть воспоминания без нашего мнения о них? Ты видишь зло, возникшее из-за твоего договора. Видишь зло в себе, и оно тебя мучает. Но все не так просто, да? Орда громадна, брат. Что бы было, если бы ты их не остановил? Они бы заполонили наши земли, терзали бы и мучили наш народ. Люди, которых поклялась защищать твоя армия, которую ты вел, ты не чувствовал, будто обязан выполнить долг? Не боялся за свою родину? Ты спас их. Ты оправдываешь мои действия? Прощение — это не упражнение, Кратос. Просто прими. Прими, что ты действовал, руководствуясь тем, что тогда знал, а не тем, что будет. Твои решения и их последствия куда сложнее, чем ты думал раньше. Тебе еще о многом надо подумать. Да. Есть о чем подумать. Я еще вернусь. Я подожду. Набирайся пока сил. А мы идем дальше. Самое время вернуться на берег. Ты говоришь, это он отправил то приглашение? Да. И знаешь, думаю, в этот раз Кратос смог выжить. Значит, это все затеял Тюр? Это его идея? Его цель не игра. Я должен здесь чего-то добиться. И что это конкретно? Что-то осмыслить. Ладно. Если это поможет, я вам верю. Как и все мы. И мы верим в Вальгаллу. После того, что с тобой было? Я знала правила и решила их нарушить. И не жалею. Супер. Дело, часть первая, принятие выполнено.
Идем дальше, посмотрим, может быть, какая-то прокачка есть или история от Валькирии. Которая превращает затруднение в возможность. Так, ничего. Доспехи прокачивать не буду, потому что они и так у нас вкачаны. А дело-то выгодное, стоит повторить. Да, без проблем. Так, печать мастерства. Сейчас проверим, что у нас, куда, чего. Возможно, идеала достичь нельзя, но разве вы согласны на меньшее? Нет, конечно. Так, что у нас тут? Вальгала этого ждет. Улучшение слабых рун. Так, ключ от святилища. Увеличение количества жетонов обновления, с которыми вы начинаете каждую попытку. Эти жетоны позволяют обновить список наград. Так, это интересно. Давай сделаем. Это неплохо. После тюра, после второго боя накинули нормально так монет, и в принципе можно качаться. Так, тут у нас эхо. Начало при входе в Вальгаллу 150. Не, не надо. Это пока не нужно. Давай посмотрим, может тут что-то интересное есть. Здоровье. Не хватает немножко. Ничего. Так, исцеление при сборе трофеев. Давай сюда. Все, что связано со здоровьем и яростью, обязательно к прокачке. Так, сила. Тут чуть-чуть не хватило. Так, руны, живучесть, удача. Давай руны качнем. Отлично. Так, тут виды брони, знаки, тут уже не хватает. Все, погнали, мы в принципе готовы. Цель какая? Надо еще раз дойти до тюра и еще раз его победить. И насколько мне известно, надо сделать это 4 раза. 2 мы уже сделали. Так, с чем будем ходить? Давай попробуем драупнер. Как вариант, а? Как тебе такой расклад? Я обычно как бы его не использую, но он неплох. Он действительно неплох. Мне очень нравилось, как мы его крафтили. Тихо, тихо. Хорошо. Мы брали ключи. Непонятно, почему мы их не использовали. Видимо, не дошли. Так, сила шторма, смотри. Да. Неважно, получилось или нет. Я чувствую прогресс. Ясность. Нужно дойти до конца. Отлично, брат. Все, Крата замотивирован. И значит, мы идем до конца. По крайней мере, попробуем. Тихо, тихо, тихо. От него ничего не остается. Так, что у нас? Оглушительная сила восстановления фортуны. Дает умеренный шанс и мгновенно завершить восстановление. О! Увеличение всего урона от оглушения. Так, а что у нас по оглушению? Такое себе. Я не часто его использую. А вот удача на 70% это хорошо. Это прям то, что надо. Так, урон. Давай сюда. Вот, видишь, берешь драупнер в руки и начинают попадаться активно сундуки с его прокачкой. Вот такие вот дела. Ой-ой-ой. Что это? Это наш щит. По-моему. Злодеяние, о котором говорили и много лет спустя. Но не думал, что настолько буквально. Надо отметить, брат, твое мастерство несказанно выросло. Мне нужна была его сила, чтобы отомстить богам. Я думал, у меня нет выбора. Не было выбора? Ты мог не отрывать мне голову? Тебя никто не заставлял. И он снова здесь. Но ведь это еще не самое страшное, да, Кратос? Убив меня, ты лишил Грецию солнца. Она погрузилась в вечный холод и мрак. Посевы погибли. На нашей родине начался голод. Тебе было плевать. Хватит. Он такой злобный, да? Ух, злюка. Прям злость аж прет. Ладно, двигаемся далее. Потихонечку, по крупицам, узнаем о сюжете, о прошлом Кратосе. Так, что у нас сегодня будет? Ты решил обезглавить Гелиуса по личным причинам? Или это был лишь способ достичь желаемого? Ничего личного. Мы были знакомы до того, как я его убил. Он был надменным, как любой бог. Но его смерть не принесла мне радости. Ты знал, чем это чревато? Когда Гелиуса схватил бог сновидений, земли окутала тьма и царствовала на них до его возвращения. Я точно знал, что так будет.
Вот так вот. Все открыли рты и слушают истории Кратоса. Так, попробуем еще походить с Драупнером, пока не начнется какая-то жесть. Так, что тут у нас? Экспресс-бой? Ух-ух-ух, какой вихрь хорош. Тихо. Да понял. У него быстрые атаки, кстати. Нормально, все, мы этого выкинули. Кто там у нас? Здорово, парни. А, у меня заморозка. Точно. Не, ну это пиздюки мелкие, они, в принципе, проблем не составят. Готово. Сюда, родная. Оставлять халявную хилочку нет смысла. Еще кто-то остался. Ой-ой-ой. А, вот. Холодно? Ты как? Нормально. Живцел, орел. Все, это был последний. Еще два боя, и все пройдет. Так, временный сдвиг, применение яростного вихря вызывает смещение миров. При полном заряде вихря... Так, а давай... Смещение миров — классная штука, это замедляет врагов, и очень даже ничего. Мне нравится. В одной из прошлых серий мы ее часто использовали. Так, у нас черепуха. Там какая-то руна, Кратос, не помню, что надеюсь, значит. Ты прости, что я подслушал, но до того, как ты нашел меня, ты пытался разрешить загадку своего бывшего трона. Могу я дать совет? Слушаю. До того, как я стал богом войны, меня также терзали сомнения. Я боялся, что, сев на этот трон, я лишь укреплю иерархию Одина, которой и сам тогда не доверял. Но я решил, что смогу оказывать больше влияния, находясь внутри этой системы. Чтобы быть во главе, не обязательно править. Трон — это то, что ты под ним подразумеваешь. Ух ты! Там, по-моему, без меня уже дерутся. Друг с другом. Здорово, голова. Ух ты, Беврёст. Серьезно? Ой-ой-ой. Так, минус один. Понял. Давай сначала оценим ситуэйшн. Что у нас вообще? Вон еще один Беврёст летит. Еще Инхерий, слева! Инхерий, это... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, спокойно. Не расслабляемся. Все схвачено. Мы замерзаем. Я вижу. Вот так. Ай, стихия грёбаная, твою ты мать! Давай, ублюдок. Ой-ой-ой! Я забыл, тут же здоровяк, блядь. Избранник ёбаный. Нормально, сейчас добьем этого ублюдка, и потом сзади, спереди, блядь, хоть... Вперед наоборот, блядь. Так, отлично. На тебе вихри немножко, падла. Ай! Было больно. Тихо. Фу. Вот кто был нужен. Ну так-то да. Здесь наверняка что-то есть интересное. Немножко хилочки. Для уверенности. Было бревно, конечно, можно было его зарядить. Так, оглушающий взрыв, поглощенная сила. Так, копье в ближнем бою мы пользуем чаще всего. Хотя и дальние тоже используем иногда. Так, тут больше ничего интересного, погнали. Избранник убит, значит, пески открыты. О, привет. Дим, теперь можно перейти в новую область. Так, парируйте 6 атак, не получив урона. Заморозьте и разбейте 2 врагов. Фу, 6 атак. Это сложно будет, но мы попробуем. Пробуем, насколько это реально. Здесь врагов не будет. Но они могут быть далее. Так, я не помню, мы ключ покупали или нет. Сейчас надо глянуть будет. Давай. Я на что-то там потратился. Так, тут открыто.
сразу. Смотрю, ты не боишься идти на компромисс. Так, здоровица заберет, да? У меня полная. В принципе, давай попробуем. О, руны восстановления удачи, сила и руны. Давай первую, мне силу надо тоже прокачивать. Оно все нормально. Так, здоровье не критично, здоровье это поправлю где-нибудь. Как-нибудь удача нам улыбнется, все будет отлично. По крайней мере, вот тут можно было поправить. Но это стоит денег. Так, внизу там что-то есть интересное, там, по-моему, ничего интересного для меня сейчас, по крайней мере, на этом этапе нет. Поэтому смело идем далее. Узнавать о прошлом Кратоса. О, тут мы не были. Тут босс? Ух ты, Моди! Привет! Моди! Ай, Моди, больно? Больно, сука! Ничего, с тобой я тоже справлюсь. Моди, хуёди! Сейчас ты у меня получишь, бля. Под первый, уходи! Уходи, Кратос, больно! Сейчас точно останется! Давай, 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 давай! Пробиваем, пробиваем, уже половины нет! А, заморозил меня, сука! Ну, пытался, по крайней мере. У тебя есть щит! Я знаю, знаю, я помню о щите. Забыл его взять. Моди, Моди, Моди! Так и до Тора недалеко будет. Тихо. На, сучоныш. Фу, я вроде отошел. Вроде я успел отбежать. В твоей памяти самого сына Тора. Так, обременение снято. Рукоять, замена реликвии. Удар по земле вызывает взрыв ядра. А, яда. Вызов волны шока, электризующий врагов. В принципе, можно, кстати. Попробовать. Так, что у нас тут? Наград много. Есть что брать, есть что выбрать. Честь павших. Длительное ослабление. Давай. Видишь, Драупнир, в принципе, неплох. То есть, как бы, учитывая, что мы ни Левиафан, ни клинки не брали, все нормально, ему даже ярости хватило. Так, восстановление, давай ярость бахнем. Я знаю, что защита была бы сейчас очень лучше, но ярость тоже нужна. Впереди могут быть серьезные боссы. Погнали. Я вернулся нести тебе свет. Путешественник. О, хорош. Так, места-то меняются. Локации изменяются с каждым разом. Не стоит забывать, Кратос. Не стоит обходить вниманием контекст твоего деяния. Я спас тебе жизнь. Я! А ты вместо благодарности оторвал мне голову. Представь, если все твои новые друзья узнают, как ты обошелся со старыми. Ну, конечно, ты теперь другой человек. Теперь ты только обрекаешь друзей на смерть своей недальновидностью. Так куда проще сваливать вину на других, правда? Я знаю, ты лишь иллюзия моего разума. Но как бы то ни было, смерть от моей руки была несправедливой. О, как трогательно. Да, эти слова не стоят даже слюны, которую ты сейчас разбрызгал. Больше так не делай. Никому не нужны твои извинения. Ух, какой дерзкий, блядь. Какую тебе дяди маме, пожалуйста, бля, утюбутюба. Ой-ой-ой, так, что-то как-то тихо у нас. Затишье перед бурей. Я помню эти места. Как будто мы играли в это вчера. Так, погнали. А, подожди, а что у меня клинки? Мы Драупнера вкачали. Надо как бы пользоваться им, стараться. О, старая добрая локация. Знакомое место? Знакомое. Что у нас тут? Кое-что тебе от меня на память. Пусть мой дар принесет тебе нескончаемые.
делают, пробегает холодок, да? Тебя словно осуждают. Мы Кратоса не осуждаем. Что сделано, то сделано. Он и сам себя уже сколько лет винит за то, что он делал. За все его злодеяния. Так, щит Гелиуса у нас есть, вторые глаза зажглись. Я так понял, надо найти третий предмет. Вот мы обратно сюда вернулись. Тут у нас было в тот раз 4 избранника. Сейчас, может быть, наверное, уже 6, мне кажется. Я вот эти штуки не открываю, потому что... О, кстати. Кстати. Отравленный защитник. Когда Кратос блокирует атаки врагов, на него накладывает... Не надо. Когда Кратос убивает, на него накладывает эффект биврё... Нахер. Нет, спасибо. Я как-нибудь переживу, наверное. Так, мимолетное эхо. Тут что у нас? Шанс повлиять на свою судьбу. Не. Приятно, наверное. Ну, погнали. Сначала направо. А, тут закрыто справа. Поменялось немножко у нас. Так, мадемуазелька. Может, я отсюда прям троупниром жахнуть? Не, ей насрать на это дело. Она тебя заманила, а дальше уже действуй как хочешь. Вот. Вот и я про это же. Тебе это нравится, правда? Тихо. Чё разбушевались-то? Черти, блядь, полосатые. Но это только начало. Где сама у нас? Призраки, ты скучал по этим вертким гадам, правда ведь? Согласен, да. Так, бегаем пока по кругу. Отличная смотри тактика. Под ноги! Да, вижу, я вижу. Но она одна единственная получается. Мы ее завалим, она как босс. Воу. Разорви нити. Я понял, подожди. Первая есть. Куда намылился, петушочек? Ух ты, блядь, ветки какой. Хуяси. Тихо. Они что-то не спешат ко мне это самое лететь. Тихо. Так, минус один. Атакует! Да, вижу я. Все, от него ничего не осталось. А нет, живой. Ай, не кусай меня, сука. Бля, он подпитался мной. Все, пизда тебе, брат. Где эта сука? Так, надо клинки, походу. Не, нормально, живой. Живой. Минотавр, сейчас увидим, кто тут полумуж. Полумуж? Нападает! Да я вижу, бля. Минотавр сильная тварюка. Но мы-то сильнее. Тихо, ты зажал меня, черт. Хорош. Ходим. Потом у Минотавра яростные атаки. Надо подсвалить чуть-чуть. Бля, он подпитался, черт. Тихо, на тебе вихря. С вихрем хорошо получилось. И вздумай ожить. Фух. Я не знаю, кому он это говорит, Кратосу или мне. О, бездушный воин. Использование реликвий значительно увеличивает урон всем Кратосом. И получаемый. Не, спасибо, я заберу вот это. Сила, благословение и отвага. То, что мне надо. Множитель мимолетных эхо. Каждое убийство избранника Вальгаллы значительно увеличивает количество пол. Я знаю. В принципе, так и было, по-моему. Вот тебе избранник. А, еще четверо. Ну, охуеть не встать. Идем. В принципе, всегда на тех же самых местах ничего не меняется. Здрасте. У меня только ярости нет. Проблема. Так, пошла зарядочка. Вот кто теперь твой враг. Ой-ой-ой. Да не пиздякай мне под ногу, блядь. Под руку, точнее. Может, и под ногу.
Опа! Последний враг! Кто там у нас? Хорош. Доступна новая арена, чтобы посетить Эгейскую ладью. Не, спасибо. Так, сила. Увеличение урона во время смещения миров. Можно взять, в принципе. Миры через дроп не размещаются. Не, красную не пойду. Красная — это пиздец. Это добрый день. Пойдем поищем другую какую-нибудь. Может быть, тут. Желтую еще можно попытать счастье. Желтый — это средний уровень. Знаешь, кто это с крыльями и трезубцами? Знаю, блядь. Баб твою. Ха, шутки, конечно, ебать тарахтеть. Так, смещаем миры, блядь. Шоком хуярим. Тихо, тихо. Все, погнали. Сейчас ему не сдобровать. Так, ёбки, блядь, сюда. А, отлетели. Жалко, что только два раза, я думал, поболее хватит. Все стоят, смотрят. Потому что следующая участь ваша. Тихо, тихо, тихо. Мотылек из Аватара, ты че, блядь? Так, один есть. Куда улетел? Подожди. Второй есть. Хорошо. Ну, как-то так. Я же говорю, желтые и синие, в принципе, нормально. Стихийный охотник. Бросок копья? Нет, давай вот это. Блин, можно, в принципе, Левиафан было и не брать. Мы как бы не пользовались им особо сейчас. Так, тут ничего. Тут можно ништяк забрать, но я пока не буду. Мне, в принципе, и так нормально. Там, по-моему, здоровье лежит. Если я не ошибаюсь, раньше, в прошлых проходах, здесь где-то было здоровье. Он наверху. Но могли... А, вот он. А у меня и так со здоровьем норм. Так, что здесь? Да мы вернулись. Да мы вернулись обратно. Так, смотри. Спускаемся. Времени у нас на избранников как бы много, поэтому смело можно идти. Давай направо с... А, нет, немного. Так, здесь мы были. Стопэ. Стоять бояться. Что здесь? Вот. Видишь, суета подоспела. Тихо, тихо, спокойно. С вами мы еще расправимся. Так, еще одна желтая. Я думаю, мы, в принципе, осилим ее. I did it again. Блять, ну что ты, сука, все время тебе все не нравится? Хорош. Было неплохо. Подожди, сейчас добьем его уже. Хорош. Ай, девочки что-то разбушевались, блядь. Убили, короче, их хахали, и начинается вот свистопляска. Ай, не добил. Кто-то еще остался? Все, это последнее. Так, у нас остается еще один. Вот, сила, защита и руны. Забираем это все наше. 900 дают, неплохо. Так, в какую сторону бы нам пойти, куда податься? Что здесь? О, здесь тоже хилочка, кстати, есть. Где-то еще одна арена добавилась. Так, по здоровью все нормально, все в порядке. Тут что у нас? Тут ничего. Не хочется как бы сваливать с одной стороны, да? Но навалять-то надо. Сейчас повылазит ебеночек. А может и нет. Так, забираем. Безрассудное восстановление. Получение урона при... Так, ускоряет восстановление. Давай. Надо найти где-то последнего. Там была красная тема. Но красная — это жесть. Может быть, я где-то побегу и найду нормальное что-то. Так, забирай. Все, не... ради 9 монет вот это вот сюда переться, понимаешь? Ну, такое себе. Так, там, по-моему, был поворот в другую сторону. Здравствуйте. Вот туда вот. По-моему, ты в эти... Да я понял, понял. Че, если вот, вот сюда и хотел изначально. Так, это будет быстро. Я надеюсь. Но врага недооценивать никогда не стоит, иди знай. Что там будет? Пацаны, вихрь — это охуенчик, на самом деле. Ударь щитом, ну! Подожди, ты под руку не пиздякай мне тут, ладно? Щитом, бля. Давай я лучше ударю яростью Олимпа.
Это будет куда лучше. Пролил достаточно крови, чтобы открыть путь. Так, удар фортуны, давай руны бахнем. Фортуна тоже хорошая штука, так. Так-то да. Так, там что-то интересное, но я попробую вернуться тем же путем, которым мы сюда пришли. Будет самый дельный вариант. Там еще был череп, самые внимательные заметили черепуху. Тихо. Спокойно, вот мы и вышли. Для самых жестких игроков можно их мусолить там бесконечно. Так, погнали. Вальгалла ждет нас. Ой, Тюр, твою мать. Никак не привыкну. Кратос, ты вернулся? Хорошо. У меня есть еще одно оружие, добытое в странстве. Хочешь взглянуть? Ой, бля. Ой, какой ты въебать тарахтеть. Так, ладно. Тихо! Хуя! Не отступай! Ух ты, Держи себе! Куда ты меня выкинул-то? Как, нравится? Нет, блядь, не нравится нихуя. Так, дорогой мой, пошло дело. А чё мой щит не работает? Почему мне Левиафан-то включился, блядь? Драупнир, где? Драупнир, сука! Вот. Уже пол... Чё он, блядь, меняется-то все время? Во. Вот так вот, попробуем с помощью него. Ух ты, это было красиво. Защищайся, шайся! Да, Драупнир хорош. Нет, Тюру насрать, по-моему, на эти все. И второй раз. А третий. Хорош. Уходим. Скажи мне, Кратос, честно, каково это повергнуть свой родной дом во тьму? Ой, бля. У меня не было желания купить эту землю, но я был безразличен. Мною двигала лишь жажда мести. Я не это. Так, скажу. Остальные где? О! Что ты чувствовал, когда отдал свою душу тьме и позволил ей обрушиться на все, что было рядом? Где эти херососы, блядь? Это казалось правдой. Да будет тьма! Мюркер! Чу-чу-чу-чу. А, ты сзади? Скорее выходи на свет, брат! Нормально, я и в темноте его побью, блядь. О, держись! Половину уже забрал. Остальная половина скоро и придет. На, сука! А что он забрал? Ярость моя где? Хорош. Играем. Брат, выходи из тьмы! А мне нормально, я во тьме справлюсь, блядь. Хорош. Там чуть-чуть осталось хуйню добить. Оружие сзади! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сука! Осторожно! Сзади! На, сукин сын! Хорош! Смотри, добьем! На, подлюка! Брат, сзади! Вижу! Фу, третий раз. Третий раз Тюра мы сделали. Твою мать. Я сдаюсь. Хорошо. Не думаю, что тебе было безразлично, Кратос. Тебе было больно. Очень больно. И ты плохо с этим справился. Это ты освобождаешь солнце? Ты взял колесницу Гелиоса и вернул солнце на небо, но при этом пожертвовал собой. Да. Я рухнул вниз, и Гелиос меня спас. Но это случилось до того, как я его убил. Мои злодейства были впереди. К чему все это? То, что ты после себя оставил, сложно однозначно оценить. Добро — это не цель, это путь. Неудачи кого угодно могут затянуть во тьму. Наше оружие
мудрость и бдительность. Теперь ты куда искуснее, чем раньше. Голоса в голове стали добрее, скажем так. Думаю, пока достаточно. Тебе есть о чем подумать. Да. Вернемся на берег. Ты можешь гордиться пройденным путем, Кратос. Увидимся. Я думаю, что на сегодня, в принципе, достаточно Вальгаллы. Вернемся на берег, и серию можно закончить. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Пообщаемся с валькириями. Что ты там делаешь, но у тебя получается. Возможно. Слушай, я понимаю. Я заставила тебя думать, будто мы все ожидаем от тебя большего. И я хочу, чтобы ты знал. Я ни в коем случае не прошу тебя меняться. Нам нужно сломать старый мир и построить новый. Редко выпадает возможность собрать заново все куски и сложить их покрепче. Ты на многое повлиял здесь, даже стал символом перемен. Очень часто достаточно одного твоего присутствия в Совете. А в другие дни? Ты заслужил голос. Используй его по своему усмотрению. Пожалуй, здесь сделаем перерыв. Спасибо, что смотрели. Увидимся в новой серии. Всего хорошего. Пока-пока.